Хотел уточнить, скажи, по поводу этой игры. Саус ГМ, да, сегодня играет с горожанами. Скажи, пожалуйста, ну, твое мнение вообще по поводу этой игры. По поводу этой игры, ну, Саус ГМ ребята делают абсолютно, что хотят. Играют с улыбкой, забивают сколько хотят, игра в одну калитку вообще, то есть, ну, горожан просто нет. Их просто нет на поле. Как ты считаешь, просто уровень горожан немножко меньше, слабее, или все-таки Саус ГМ, ну, просто собрался лучше? Саус ГМ серьезный показывает уровень игры, как бы, очень толково ребята играют, ребята сыгранные, ребята возят. На самом деле, как бы, ну, тут нечего ловить горожанам, да и вообще, в принципе, в нашей лиге я не знаю, кому есть что с ними ловить. 9 минут, вы опять с такими воротами удержали. Так у нас был матч. Приятно играть. Ну что, какие впечатления остались? Саус ГМ, я смотрю, вообще как бы решил ставить все рекорды, заливать их можно больше ничей. Насколько эта игра давалась? Вот, ну, сложнее, легче по сравнению с предыдущими. Эта игра вообще была какая-то такая легкая. Соперник почти не сопротивлялся. Мы первые 10 минут забили 4 мяча. Ну, у нас сегодня команда вообще просто собралась. Было 10 человек. Играли очень хорошо, почти никто не устал. Ну и голы нам сегодня давались очень легко. Почти каждый удар влетал в ворота. Ну, кого бы хотелось отметить? Хотелось бы отметить вот эту всю команду. Потому что все сегодня сыграли очень сплоченно. Это говорит и счет матча 10-1, то есть 14-1. Мы пропустили всего лишь один мяч. Ну, рекорд не поставили снова. Это, конечно, обидно. Единственный обидный момент матча, это то, что мы пропустили гол. Хотелось уже сыграть на ноль, потому что уже прошло очень много туров, и до сих пор сухого матча до сих пор не было. Так это как-то вы к сопернику с уважением относитесь или ваши ошибки? Ну, это, скажем, наша ошибка, потому что команда уже расслабилась, когда счет был 13-0, и мы пропустили. Ну, счет стал 31, когда мы пропустили. Игрок соперника получил травму, да? Что там произошло в этой ситуации? Ну, была борьба. Наш игрок сыграл, статник Миша сыграл чисто, просто, наверное, был стык в колено. И поэтому он, наверное, с чашечкой что-то случилось. Ну, я его помог донести сюда, на скамейку запасных. Yeah, wait.
Смотрел твою игру или нет? Эту смотрел. Сокол переиграл салют. Ну, салюта вообще не было. Нет, салюта были шансы, забили один гол, хорошо играли в защите они. Просто теряли в защите, все команды уходили в атаку, не успевали вернуться. А с вратарем у них, как всегда, Егор, мой тезка, на воротах. Так, как третья штанга. Что? Какие впечатления от игры? Рассказывайте. Легко давать спать или нет? Хочется. 3-1. Когда был ничья, что вы ожидали? Уже все? Не, не все. Были уверены, пятером выиграли, а уверены тут шестером вообще. Ну а что можете сказать вообще о своем сопернике? То есть, ну... Достойно. Хорошо. Соперники. Надо смелее вперед идти и больше атаковать. Они что-то сильно закрываются. А три мяча как они были забиты от вашего исполнения? Да я не забивал. Не, вообще в исполнении команды. Последний на добивании. Первый затолкали. Второй там на контратаке, там, на скорости проход. Скажите, лучше как бы нам гол пропустили. Угадал. А пропустили как? Да, отскоки. А пропустили... Неразборка в защите. Да, накрутил двух наших защитников. Забил гол. Ошибка защитника. Не бери! Я говорю, первый раз! Что, ребята, вы практически 1-1, когда сделали, все уже думали, что вы минимум удержите счет. Что произошло? Соперники детские говорят, что я маленьких толкаю. Неправильно это. Как я? Я 70 килограмм вешу, не 90. Рассказывают, что я их толкаю. Им просто повезло, что у нас защита такая подгулявшая. Гол был забит очень красиво, да? Приблизительно да, как матч Украина-Англия, только чуть с другого фланга, да? Или нет? Ну, слева фланга. Ну да, я говорю, как он был забит? Пару слов, как начиналась атака вот именно голевая? Это не ко мне. А? Это не ко мне. А кто забил? Я забил. Ну да, так хотел же узнать. Да Вова там аут дал наперед, я прокинул, обошел двоих и слева дал. Ты забыл сказать, что я двоих увел за собой, тогда освободилось пространство, чтобы... Егор, ну ты как оценишь игру? Ну, так как у нас не было четверых основных игроков, я считаю, что мы вполне показали нормальную игру. Да, были ошибки, конечно. Потому что, снова-таки говорю, четырех игроков, с которыми мы уже сыграны, которые делают игру, их не было просто. И, возможно, потому что старых игроков взяли, которые с нами давно не играли, не тренировались почти все лето. Возможно, это сыграло. А, точно, первый-то вообще... Тоха, блин! Первый! Первый! Узнать ваше мнение по поводу вот игры «Бронепоезд» и «Партизан». Что скажете? Кто сильнее выглядит? Равные команды, абсолютно равные. Почему тогда «Партизан» выигрывает? Ну, выигрывает то, что он там выигрывает. В этих играх так еще ничего не видно. Еще абсолютно равная игра. То есть у «Бронепоезда» есть огромнейшие шансы отыграться? Да, шансы есть. В этой лиге есть шансы у всех. И вообще в футболе есть шансы у всех. Поэтому... Мяч круглый, правильно? Поэтому все могут лопать.
Вот.